Добрый день, меня зовут Анастасия Щетинник, пиар-менеджер ОДПО компании «Инфоурок». Хочу представить для вас курс повышения квалификации основы предмета экология в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Экология как наука приобретает все большую актуальность в современном мире, поскольку тесно связана с вопросами охраны окружающей среды, радиационного природопользования и обеспечения экологической безопасности. А в условиях развития нынешней техногенной цивилизации особую важность приобретает качественная экологическая подготовка подрастающего поколения. Предлагаемый курс направлен на углубление и расширение знаний слушателей по предмету экология, естественно, с учетом требований в ГОС. В процессе обучения особое внимание будет уделено изучению методов и содержания экологической науки, а также основным принципам обеспечения экологической безопасности. Слушатели курса получат возможность углубить теоретические знания в области экологии, усвоить ключевые требования законодательства в сфере охраны окружающей среды, приобрести практические навыки применения экологических знаний в учебной деятельности. Программа предназначена для педагогов, преподающих предметы экологии, география, биология, методистов образовательных организаций, а также специалистов, участвующих в разработке учебных программ по направлению экология. Обучение по курсу осуществляется в заочной форме с применением исключительно дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Качество освоения программы оценивается посредством промежуточного и итогового тестирования. А по завершении курса вы получаете удостоверение о повышении квалификации. Данный курс станет эффективным средством систематизации и углубления экологических знаний педагогов, а также позволит им совершенствовать методическое обеспечение преподавания экологии в соответствии с требованием Федерального государственного образовательного стандарта. Курсы дистанционные. По окончании обучения вы получаете удостоверение. Записывайтесь на курс.